и в школе было это ужасно. На первом этаже прям под нами взорвали детей. Я сидела прям над в кабинете, прям над этим кабинетом. И он ходил по второму этажу и стрелял. Это было очень страшно. Там такой запах гари поднялся и пыли. Там детей выносили окровавленных на руках. Это вообще это какой-то кошмар. Мы все спрятались под парты, закрыли кабинет, а он ходил и дергал двери. Если бы мы не закрыли их, наверное, нас бы расстреляли, типа. Это ужасно. Это было очень страшно. Снимаешь? Да, сейчас. Блядь, я тебе говорить не могу.